Всем привет! И сегодня мы с вами приготовим овощной пирог. Для теста нам понадобится 1,5-2 стакана муки, 150 грамм маргарина, 4 желтка, 50 либо 70 миллилитров воды, растительное масло для выпекания и пол чайной ложки гашеной соды. Муку нужно соединить желтками и растереть. Добавить размягченный маргарин, соду, влить воду и тщательно все перемешать. По желанию тесто можно убрать в холодильник на 30 минут. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить. Брокколи разделить на соцветия и слегка отварить. Сладкий перец очистить и также нарезать. Обычно для этого овощного пирога я беру разноцветный перец, красный и желтый. Нарезайте все овощи так, как вам удобнее. Если любите мелко нарезанное, то, конечно, нарезайте мелко нарезанное. Если любите покрупнее, нарезайте покрупнее. Цукини также нарезать кубиками. Дальше достаем тесто из холодильника и выкладываем в смазанную растительным маслом форму и формируем небольшие бортики. На тесто выкладываем обжаренный лук и хорошо распределяем. Также выкладываем цукини, перец и брокколи. Посыпаем овощной пирог тертым сыром.
Далее сливки взбиваем с яйцами и заливаем пирог. Выпекать пирог нужно в течение 45 минут в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов. Хочу предупредить еще такой небольшой особенности этого рецепта. Особенность заключается в том, что начинка пирога, конечно же, овощи. И их здесь большинство. И поэтому при приготовлении овощи, конечно же, дадут свой сок. И когда вы будете разрезать пирог, то, скорее всего, у вас вот этот сок начнет вытекать, и он будет достаточно влажным. Но вы не пугайтесь, пирог и все овощи внутри будут готовы. Просто помните при приготовлении о том, что сока будет много, но это никак не влияет на вкус. Пирог очень вкусный. Вдохновения вам, удачи и приятного аппетита. А это было все на сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч, пока-пока!